От слов и гневных записей в соцсетях к делу. Администрация города запустила новый проект общественного контроля за ремонтом красноярских дорог. Сегодня для всех красноярцев, кто записался в группу, организован обучающий семинар с чиновниками и дорожными строителями. Корреспондент новостей ТВК Сергей Григорьев побывал на лекции и прямо сейчас готов рассказать, чему учат экспертов из народа. Здравствуйте. Лекция для городских активистов, для красноярцев, которые записались в группу общественного контроля, закончилась около 15 минут назад. Началась в 19:00, продлилась 45 минут. Здесь рассказывали, как можно визуально заметить и оценить качество дорожных работ. Знания особенно полезны для тех, кто вызвался быть общественным контролером. Например, мы узнали сегодня, что катки ни в коем случае не должны съезжать вниз по наклону. Они должны двигаться асфальт только вверх. Ну и рядом со мной сейчас находится один из участников, красноярец, между прочим, студент, Артем Галышев. И Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие проблемы, на ваш взгляд, сейчас особо серьезно стоят в связи с дорогами в городе? Ну, я думаю, что первоочередными проблемами являются проблемы ямочного ремонта и все, что с этим связано. То есть я считаю, что понятие ямочного ремонта, оно должно как бы уйти с наших реалий, и уже должны делать качественный ремонт, полноценно закладывать новое полотно. Ну, это основное, что считаю. Это у вас учат? Да, этому нас учат, нам говорят, что это, ребята, это плохо, надо делать все качественно, правильно, не экономить главное, все делать, чтобы стояло долго, гарантийный срок свой, так сказать. Выдержал. Артем, как будешь сам следить за ремонтом в городе? Я знаю, что у тебя есть грандиозный план. Да, у меня есть грандиозный план. Я очень активно передвигаюсь по городу пешком. Я люблю гулять. Летом я прохожу очень много километров. И летом я замечал, что очень плохие дороги у нас. И как бы пройдя свой рекорд летний, я прошел 80 километров по городу и наблюдал все ямы, неровности, какие-то, косяки. Вот так, да, спасибо большое, Артем. 80 километров Артем собирается пройти по городу и оценить качество дорожных работ. Ну, а я напоминаю, что мы были сейчас на ознакомительной встрече тех самых активистов, красноярцев, которые вызвались лично свое собственное время потратить, чтобы оценить, как будет проходить масштабный ремонт городских трасс в этом году. Дарья. Да, спасибо, Сережа. Будем надеяться, что такой общественный контроль в этом году ремонту дорожному поможет.